Ко дню государственной символики приурочили открытие спортивного объекта в Уральске. Учредители уверены, что очередной фитнес-центр внесет свой вклад в развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни. Мероприятие в день открытия начали во дворе, предоставив вниманию собравшихся концертную программу и розыгрыш сертификатов. Подобные объекты будут способствовать эффективному проведению свободного времени жителей данного микрорайона, сказал заместитель акима области Бахыджан Нарымбетов. Он поздравил всех с Днем государственных символов. Сколько государств в мире не могут добиться своей независимости? В нашей стране благодаря суверенитету есть своя символика, свои границы. Наши люди могут уверенно смотреть будущее, строить и реализовывать планы, создавать бизнес-проекты. И этот фитнес-центр – очередное тому доказательство. Стране нужна здоровая нация. Надеюсь, что этот объект внесет свой вклад в формирование здорового образа жизни. Семейный фитнес-комплекс, открытый на собственные средства двух предпринимателей, оснащен современным спортивным оборудованием. На 1200 квадратных метрах есть зал аэробики, крытый бассейн, тренажерные, танцевальные залы для развития детского творчества, кабинет спа-процедур, детская игровая комната, кофейня и фит-бар. Отличие у нас есть такое движение, как кроссфит. Новое в Уральске, и у нас есть специальное оборудование для кроссфита, которого практически в других фитнес-залах нету. И кроссфит у нас, он будет и женский, и мужской, и главное, в дальнейшем он будет еще детский. До 200 человек могут одновременно находиться в центре. Каждый зал оборудован санузлами, раздевалками, душевыми. Для пенсионеров предусмотрено бесплатное посещение центра раз в неделю. Алмагуль Джанпиисова, Алтынбек Тынышкалиев, Колыбек Акрап, телеканал Акжайык.